Увидеть караоке на пролете железнодорожного моста и потанцевать на дискотеке под песни советских лет. Посетить «Тараканьи бега» и выставку о незаконном предпринимательстве в СССР. Это и многое другое видят горожане в Ночь музеев. Свои двери откроют все городские и районные музеи бесплатно. А также впервые ДК «Академия», геологический музей, планетарий. Всего почти 40 площадок. В программе пешие экскурсии с фонариками в логово 13-го трамвая. Танцы и выставка, посвященные эпохе оттепели на улице Потанин. В парке «Городское начало» весь день блиц-экскурсия, вечером для взрослых советская дискотека и показ уникальной кинохроники 20-х годов и массовые караоке на экране, которым станет пролет железнодорожного моста. Музей – это не такое, знаете, закрытое костное учреждение, где дремлющие бабушки мешают смотреть предметы. А музей – это открытое, интересное институция, которая работает для людей. И Ночь музея придумана специально, чтобы завести в музей ту публику, которая раньше не ходила.